Вести Карачаево-Черкесия. В студии Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. 4 дня отдыха ждут нас в феврале. На дорогах Черкесска начала функционировать система автоматической фиксации «Паркон». В Карачаево-Черкесии выпустят газеты на национальных языках для участников специальной военной операции. И в Тамбае прошел 9-й всероссийский горнолыжный фестиваль «Катадзе-РКВ». Далее подробности. В конце прошлой недели Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил министр просвещения России Сергей Кравцов. На состоявшейся его встрече с главой республики Рашидом Тимирязовым подведены итоги совместной работы за последние годы. Руководитель региона отметил, что при личной поддержке Сергея Кравцова и его команды за последние годы в системе образования Карачаево-Черкесии произошли серьезные позитивные изменения. Речь идет не только о строительстве, капитальном ремонте и оснащении наших образовательных учреждений, но и о системной работе по повышению качества знаний учащихся и уровня профессиональной подготовки педагогов. Еще один вопрос, которые рассмотрели Сергей Кравцов и Рашид Тимрезов, касался совместного крупного проекта. Это проведение финала Всероссийского профессионального конкурса «Учитель родного языка и родной литературы» на территории Карачаево-Черкесии в сентябре этого года. Именно этому вопросу было посвящено заседание, которое провели министр просвещения страны и глава региона. Рашид Тимрезов отметил, что для Карачаево-Черкесии вопрос сохранения и популяризации родных языков очень важен, так как в республике 5 субъектов образующих народов. На каждом из 5 языков выходит учебная, научная и художественная литература, печатные и электронные СМИ, работают государственные национальные театры. Родные языки и родная литература преподаются как учебные предметы, методическая база которых на всех уровнях образования постоянно обновляется. По словам Сергея Кравцова, необходимо подготовить содержательную программу с учетом мнений и предложений самих учителей. Учителя, представители педагогической династии Лисовенко-Тихоновых из Карачаево-Черкесии встретились с министром просвещения страны Сергеем Кравцовым и главой республики Рашидом Тимрезовым. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние несколько лет, и значение профессии учителя для их семьи. Педагогический стаж династии в сумме насчитывает более 80 лет. Старший член семьи, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии номер 5 Черкесска Зинаида Лисовенко более 50 лет проработала в общеобразовательной школе. Ее дочь, учитель начальных классов, также 5-й гимназии Светлана Тихонова и младшая представительница династии Дарья Тихонова параллельно учится в Карачаево-Черкесском педагогическом колледже имени Умара Хабекова и в Республиканском государственном университете имени Умара Алиева, одновременно работая учителем начальных классов. Сергей Сергеевич вручил всем 3 педагогам ведомственные награды и пригласил семью Зинаиды Ивановны принять участие во Всероссийском форуме педагогических династий, который пройдет в этом году. Учителю гимназии номер 5 Черкесска Светлане Тихоновой присвоено звание почетного работника сферы образования России за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии номер 5 Зинаида Лисовенко награждена нагрудным знаком за верность профессии, за многолетний и плодотворный труд в образовательной организации. Дарья Тихонова получила благодарственное письмо от Минпросвещения России. Вместе с тем Рашид Тимрезов вручил Зинаиде Ивановне юбилейную медаль к столетию Карачаево-Черкесии. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия, прежде всего, направлены на повышение престижа профессии учителя, сообщила министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко. Сегодня педагогическая сфера испытывает определенные дефициты. Необходимо привлекать в педагогическую сферу более молодых, амбициозных работников, педагогических работников, в том числе для популяризации профессии учителя, для повышения социального статуса педагогических работников, для мотивации более молодых педагогов, в том числе. И был объявлен год педагога и наставника. В этой связи на региональном уровне создан республиканский
республиканский организационный комитет, в куда вошли все руководители органов власти. Также разработан необходимый план мероприятий, который состоит сегодня из 73 мероприятий пока на сегодняшний день. И мы уже приступили к реализации этих мероприятий. Перспективы развития курорта рассмотрели на совещании под председательством заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова. В настоящее время горнолыжный комплекс «Домбай» включает 4 канатные дороги, 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 километров и порядка 100 коллективных средств размещения почти на 5500 гостей, отметил председатель правительства Карачая-Черкесии Мурат Аргунов. Кроме того, в рамках инвестиционного проекта развития всесезонного туристско-рекреационного кластера «Домбай» планируется строительство порядка 30 километров горнолыжных трасс, 7 километров канатных дорог и средств размещения на 3000 койко-мест, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. По словам премьер-министра республики, для дальнейшего комплексного развития туристско-рекреационного кластера «Домбай» необходима разработка мастер-плана. 4 дня отдыха ждут нас в феврале с 23 по 26. Праздничный день защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля, выпадает на четверг. А на пятницу 24 февраля перенесли выходной день с новогодних каникул в воскресенье 1 января. С учетом последующих субботы и воскресенья получилось 4 выходных дня подряд. А в предпраздничный день 22 февраля рабочее время уменьшается на 1 час. В Министерстве природных ресурсов и экологии Карачая-Черкесии опровергли появившуюся в социальных сетях информацию о передаче земель и лесных ресурсов в Рубском районе в частную собственность. На территории, о которой идет речь, находится государственный заказник, который предназначен для сохранения и восстановления популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений. Министр природных ресурсов Карачая-Черкесии Диана Качкарова пояснила, что для жителей Урупского района значит установление границ Дамхурдского заказника. При установлении границ заказника никоим образом для людей не будут установлены ограничения в использовании их земельных участков. То есть все землепользователи, собственники, землевладельцы земельных участков, которые на этой территории есть, то есть которые предоставлены для сельхозоиспользования, для пашни, для рекреационной деятельности, также будут пользоваться и использовать свои территории. Ограничения будут только в охоте, то есть свободен будет сбор лекарственных растений для собственных нужд, прогулка в лесу, пользование лесными ресурсами для обеспечения дров. То есть никаких ограничений в этой части нет. Установление границ Дамхурдского заказника на самом деле повлечет установление ограничений в охотпользовании. Это вот основное ограничение, потому что заказник у нас установлен для того, чтобы сохранять, защищать и воспроизводить диких животных. Это олень, тур и медведь, которые на этой территории непосредственно обитают. Это основная цель, и хочу сказать, что мы сейчас не определяем новые границы. Они, эти границы, были определены еще в 1968 года. И здесь каждые 10 лет мы просто продлеваем действие этого заказника. По итогам прошлого года предприятие «Кавказцемент» произвело более 1 800 000 тонн цемента, что на 20% больше, чем в позапрошлом году. Причем завод продемонстрировал положительную динамику по всем производственным показателям. По производству 20, отгрузки 16 и производству клинкера 27%. Сегодня в ассортименте предприятия 5 видов цемента. И благодаря росту объемов производства по итогам 2022 года завод увеличил поступление налогов в бюджеты всех уровней на 76%. Напомним, в прошлом году предприятие обновило парк спецтехники, модернизировало печную линию и работу IT-инфраструктуры. В настоящее время на предприятии продолжается ремонтная кампания для подготовки к стабильной работе, выпуску высококачественного цемента и своевременной его поставки потребителям. Завод инвестирует 500 000 000 рублей. В списке первоочередных задач – плановый ремонт основного технологического оборудования и реализация новых инвестиционных проектов. Акцент на Зеленом острове, каскадная лестница, дорожки и тротуары вокруг Большого пруда. В прошлом году более 5000 горожан выбрали для благоустройства каскадную лестницу, ведущую в парк культуры и отдыха. Как только установится теплая благоприятная погода, начнутся ремонтные работы. В частности, лестница, площадки и мостик оденутся в гранит, будут установлены перила и поручни, появятся новые яркие 5-горшковые фонари –
грунтовые светильники и тумбы с кашпо. Второе не менее важное преобразование, которое ждет «Зеленый остров», это обустройство велодорожек и тротуара вокруг Большого пруда, а также освещение территории. Больше всего обращений в последние годы было связано именно с обустройством этого моста, так как ни одна другая территория Черкесска так не привлекает горожан для прогулок, отдыха и занятий спортом. По периметру пруда будут обустроены две велодорожки и тротуар шириной 2,5 метра. На дорогах Черкесска начала функционировать система автоматической фиксации «Паркон», сообщили в управлении госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии. Это комплекс нового поколения, который разработан специально для того, чтобы фиксировать нарушения со стороны недобросовестных автовладельцев при парковке и стоянке. Его прожектор позволяет осуществлять эффективное патрулирование даже в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Принцип «Паркон» достаточно прост, его задача исключительно запись, причем с привязкой к конкретным координатам. Запись видеоматериала производится в особом формате, который защищен от возможных попыток вмешательства и корректировки. Доказательной базой являются две фотографии транспортных средств и зафиксированное время, в течение которого автомобиль находился на данном месте. Полученную информацию система передает в Центр фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Затем штрафы отправляют владельцам автомобилей по месту регистрации. С начала работы комплекса на территории Черкесска уже зафиксировано более 200 нарушений правил парковки и остановки транспортных средств. Глава сельхозкооператива из Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела по факту легализации более 65 миллионов рублей, полученных преступным путем. По данным правоохранительных органов, мужчина подозревается в том, что вместе с сообщниками трижды предоставлял в оригинальный Минсельхоз подложные документы для получения государственной поддержки. Полученные финансовые средства он использовал на свое усмотрение, в частности, выделенные на реконструкцию здания 32 миллиона рублей он перевел на счет другого своего предприятия, изготовив платежное поручение о предоставлении этих средств в качестве займа. А господдержку в размере 33 миллионов рублей, полученную на закупку оборудования, под предлогом выдачи транша он перечислил на счет подконтрольного сельскохозяйственного кредитного кооператива. Арбитражный суд республики удовлетворил заявление прокуратуры Карачаево-Черкесии о взыскании в региональный бюджет 20 миллионов рублей, выданных сельхозпредприятию с нарушениями закона. Подробности у старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елены Дармограевой. Решением арбитражного суда Карачаево-Черкесской республики удовлетворено исковое заявление прокуратуры республики, предъявленное к региональному министерству сельского хозяйства и сельскохозяйственному кооперативу ПСАЖ о признании недействительным соглашения, на основании которого из республиканского бюджета был предоставлен грант на развитие материально-технической базы. Также прокурорам были заявлены требования о возврате 20 миллионов рублей в бюджет республики. Проведенная проверка выявила допущенные сторонами сделки нарушения законодательства, регулирующего оказание государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности в развитии сельского хозяйства. Кооперативам до заключения соглашения были нарушены условия предоставления гранта, а министерство не исполнило свою обязанность по осуществлению контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. Полученные незаконным способом денежные средства на сумму 20 миллионов рублей по решению суда будут возвращены в бюджет в республике по вступлению судебного решения в законную силу. В Карачаево-Черкесии выпустят газеты на национальных языках для участников специальной военной операции. Первый выпуск планируется подготовить ко Дню защитника Отечества тиражом около 500 экземпляров. Газета будет отправляться на передовую для того, чтобы, находясь вдали от дома, они могли почувствовать нашу любовь и теплоту, сказал министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати республики Альберт Кумуков. В честь грядущего праздника в местных национальных газетах подготовят специальную тематическую вкладку о бойцах из нашей республики. Помимо новостей о жизни региона, в газете будут содержаться и слова поддержки от местных жителей для воинов, которые отстаивают интересы нашего государства за его пределами, добавил Кумуков. В 2023 году, объявленном в России годом педагога-наставника, Государственный республиканский историко-культурный и природный музей-заповедник проведет выставку «Педагоги-наставники Карачаево-Черкесии».
Жители региона могут принять участие в ее создании, предоставив материал. Сегодня не в каждой семье можно найти предметы старины, но некоторые семьи хранят уникальные вещи. Во многих из них хранятся фотографии школьной жизни их дедушек и бабушек, мам и пап. В музей приносят старинные предметы, старые газеты, книги, учебники, похвальные листы и аттестаты. В ходе проекта предстоит собрать и обновить информационный и фотодокументальный материал по представителям профессии педагога. Работа будет проводиться в течение всего года среди учителей образовательных учреждений районов и городских округов республики. Принимаются также отзывы и видеообращения о любимых учителях, от выпускников и учащихся школ, как о наставниках по жизни. В рамках акции «Историческая память. Великие битвы Великой Победы» в читальном зале библиотеки поселка Медногорского проведены часы подвига и славы. Горели «Волга», «Воздух» и «Земля», посвященные 80-летию со дня победы в Сталинградской битве. Информацию комментирует главный библиотекарь Медногорской библиотеки, руководитель патриотического клуба «Люба» Лариса Медведева. Мероприятие посетили студенты Медногорского филиала «Профессионал» и казаки Урупского районного казачьего общества. Речь шла, что именно Сталинград стал точкой отсчета начала-конца нацистской Германии, первым аккордом краха высокомерного тысячелетнего рейха. Сражение длилось 200 непрерывных дней и ночей. По своей масштабности, продолжительности и ожесточенности боев Сталинградская битва превзошла все сражения в мировой истории. Потери Красной армии были колоссальные. Погибли почти 1 130 000 человек. Число погибших жителей Сталинграда невозможно установить даже приблизительно. Прозвучал рассказ о жителях Урупского района, участниках Великой битвы. Рассказывали о Добророднем Николае Антоновиче, Лебедеве Николае Ивановиче, Селезневой Анне Гавриловне и других бойцах. Прозвучал призыв к тому, что надо знать, помнить и чтить историю нашей страны. В Государственном музее-заповеднике Михаила Лермонтова прошел вечер памяти, посвященный 80-летию народного поэта Карачая-Черкесии Михаила Бегера. Своими воспоминаниями о поэте делились те, кто знал Михаила Леонидовича, журналисты, библиотечные и музейные работники, поэты. Тему продолжит друг Михаила Леонидовича, бард-композитор Александр Гетманов. Мероприятие прошло в очень теплой творческой атмосфере. Случайных людей на вечере не было. Собрались в основном именно почитатели его поэтического и песенного дара. Многие зрители, слушатели, исполнители знали поэта лично. Мы с моими воспитанниками и сестрой были рады приглашению из Пятигорска. Были приятно удивлены таким вниманием к нашему поэту в этом городе. Оказывается, в Ставропольском крае есть столько друзей, почитателей его таланта, соавторов, замечательная декламация стихов взрослыми и детьми, прекрасное исполнение песен трогали до глубины души. Приятно было послушать детский хоровой ансамбль музыкальной школы имени Сафонова из Пятигорска. С музыкальным посвящением к поэту выступила известный пятигорский бард Татьяна Санкина. В Донбайе прошел 9-й Всероссийский горнолыжный фестиваль «Катадзе РКВ», в рамках которого молодежь из разных регионов страны покорила склоны курортного поселка и продуктивно провела неделю в горах, знакомясь с гостеприимством Кавказа. Поездка была нацелена не только на развлечение и отдых, но и на расширение общего кругозора гостей. Участники познакомились с гостеприимством Кавказа, культурой и обычаями кавказских народов. Напомним, Катадзе – это клуб активного образа жизни для молодежи России. Его участниками за все время стали более 1300 человек, 90% из которых впервые побывали на Кавказе. Помимо зимнего проекта реализуется также летний проект «Катадзе Кэмп», который проходит летом на Архызе. Участники кэмпа занимаются спортом и изучают английский в живописных горах Кавказа. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!